Орлец — символ епископа, его вознесение над миром, от всего мирского, поднимаемого душою. Иродонит так называется, не только на Урале встречается. От розы название происходит, такой же розовой в природе. Сначала был минерал на Урале открыт, уж просим нас простить за патриотические чувства, но лишь позже марганец элемент назван почему-то. Тогда и не знали, орлец называли. И даже царский саркофаг в Петропавловском соборе хранят. И даже станция метро, метро, метро Маяковского отделана орлецом давно, давно, давно.